Ай, красота! Долетели такие. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Мы долетели до красивейшего плато, укутанного облаками. Я не могу не показать его вам. Смотрите, какое красивое. Сегодня ночью, позавчера был сильный дождь. Так что чуть не потонули мы в своем домике. И выпало некоторое количество снега. Я уже не думал, что на этом плато увижу снег в этом году. Сегодня 5 апреля. Соответственно, вот наблюдайте, что творится в Провансе 25 апреля. Я сейчас ручку возьму. Слева сейчас водопад будет. Смотрите, как красиво. Я хотел показать, что, во-первых, образовалось озеро. Вот здесь, даже не знаю, как это назвать, озеро или болото. Вот. У вас перед крылом оно сейчас. Оп, сейчас сделаю увеличение. Вот, смотрите. Вся вода скапливается там. И, смотрите, образовался водопад. Так как воды было много, водопад тоже весьма достойного вида уже. О! Ай, красота! Красиво? Так, увеличиваю, пожалуй, вот так будет лучше. Ближе я не могу, страшно. Смотрите, а здесь живут, лазят альпинисты у нас. Альпинистов видишь? Ой, как я эту стенку вот в таком виде еще никогда в жизни не видел, чтобы был вот такой снег, потому что обычно зимой сюда не летается, ну, по разным причинам. Я сейчас видео безмонтажное записываю. Оп! Смотри, даже энергия есть на стенке. Ветер хотя западный, с другой стороны, но... Ну что, макнем крыло планера в водопад, да. Хочешь? Не в стенку. Сейчас я аккуратненько закреплю телефон, чтобы он снимал. Друзья, только для вас. Макаем крыло. Слушай, как страшно-то мне теперь. С расстоянием бы не просохатить. Слушай, мне кажется, что на планере, вот если иногда вот капельку не пошалить, и летать-то скучно. Ну что, ну летаешь ты себе, летаешь, любуешься елочками. Ну насколько же приятнее, если иногда можно хоть немножечко, ну, пошалить, друзья, ну согласитесь. Тем более, что глубоко уважаемые любители летных видов спорта всегда просят: Игорь Владимирович, ну порадуйте чем-нибудь. А как я не могу верных поклонников планерных полетов не порадовать? Я, друзья, сейчас сконцентрирован, поэтому говорю такими урывками. Приходится... Я уже, конечно, сильно натренировался, могу трындеть и летать, но все равно еще немножечко мне нужно расти в этом вопросе. Так. Ну что, еще один проходик. Ты выдержишь нормально? Да, как нормально. С укачиванием сегодня? Да лучше и лучше. Бета и бета, как говорит Клаус. Как и наша погода. Ну, друзья, летим. Вот впереди наш водопад. Попробую я его вам так еще раз. Оп. Вот он. А! Скалы, конечно, зубы. Еще турбулентность, блин, потряхивает. Вот здесь под скалой, смотри, внизу вот сидят обычно эти. Не, видимо. Во, во, смотри, есть. Смотри. Или это просто тряпка какая-то? Веревка. Ну вот, я же говорю. Вот они, смотри, где спрятались все. Да, это ага. Да? Ну, фу, я все время путаю. Ну, в смысле, не путаю. Ой, блин, туча. Друзья, чуть не вкирачились в облако. Засмотрелся на альпинистов, друзья. Я же говорю, что сегодня такой день странненький. Все, попробуем сейчас на следующем проходе их получше поснимать. Так, альпинистов, друзья, обнаружили. И теперь не пройти рядом с ними будет, я считаю, прямо кощунством. Смотри, как нас выперло наверх. Ага. Вот это да. Туча, что ли, какая-то пошла работать. Ну, давай тогда, что ли, над озером пошалим. Друзья, только для вас. Фу, погнали. Это некоторое количество энергии позволяет нас немножечко рядом с озером пролететь.
Вот. Елочки, а? Елочки не зацепи, да постараюсь я. Елочки, елочки. Эй, как можно еще? Да, а сейчас пойдем к альпинистам. Давай. Попробую зафиксировать телефон, чтобы он меня не отвлекал. Друзья, альпинистов рассматривайте сами. Пройду близко к водопаду и, соответственно, к альпинистам. Так вот, альпинисты, это когда они, их цель залезть наверх горы и получить... Да понятно, это я прошу прощения за свой бескультурный сленг, потому что, так как я волнуюсь, я не думаю, о чем говорю. А для меня все, что носится по скалам, извините... Да, эти скалолазы, они пытаются максимально сложную часть стенки. Ну вот это, видимо, сложная часть стенки. Вот они сидят. Машут нам. Машут. О, слушай, много их вообще. А сегодня какой день недели? И опять это облако. Друзья, видите, как в гору все упирается облако. Вот оно. Страшное такое, ужасное. И мы от него отворачиваем мужественно. Я сейчас нагнетаю обстановку, чтобы максимально увеличивать... Как это? Отважность наших полетов. Хотя вы понимаете, что ничего отважного, кроме дурости, здесь нету, лезть в облако. Вот она, эта стенка. Она чем хороша? Тем, что здесь, как правило, породы все сыпучие. А здесь такая не сыпучая. И с отрицательным уклоном. О, взлетают с нашего аэродрома ребята. Вовсю. Так, слушай, мы опять высоко. Ну что, еще одна шалость над... Летим к озеру еще раз? Ну да, но ты меня уже почти накатал. Накатал, все, сейчас крайний проход и ведем себя прилично. Друзья, чтобы не испортить учебный процесс, мы очень потихонечку, нежно проходим над озером. Вот. Но это не озеро, это болото такое, куда сливается абсолютно вся вода, которая здесь присутствует. И потом, соответственно, эта вода благополучно... Так, главное, слушай, здесь построили вышку. Главное мне в эту вышку не впечататься, я повыше поднимусь. А, вот она. Видишь? Не, ну она немножко заглублена. Не страшно. Я просто помню, как ее строили активно. Так. А, о погоде, друзья, немножечко. У нас прошел холодный фронт, но то, что он холодный, ну, шорты неизменны, конечно. А то, что он холодный, вы видите по снегу выпавшему. И сейчас вся атмосфера закипает от малейшего прогрева, и нам сейчас достаточно удобно летать. Мы находим место, где светит солнышко, туда подлетаем, и там бац, восходящий поток. То есть просто летается очень просто и очень надежно. План наш дальнейший — слетать куда-нибудь, наверное, на юг, где потеплее, кромка повыше. Но первая наша остановка после взлета сегодня — это, конечно, вот эта вот горочка с нашими друзьями-скалолазами. Вот я теперь успокоился, могу немножко про них правильнее сказать. Я крайний проход делаю тогда, и мы после этого уходим, ладно? Да. Друзья, ленивый, на низкой скорости проход с панорамой нашего склона, чтобы вы еще раз могли насладиться этими видами. Так. Ой, красивый, конечно, водопад. Сейчас его приближу. Я все мечта туда слазить, под ним, в нем искупаться. Но, к сожалению, он высыхает летом. О, смотри, как нас просадило. Ты посмотри. Вот что было. Сейчас как раз будет повод хорошо снять наших друзей-скалолазов. Ты посмотри, как нас вниз тащит, а? Друзья, летим вниз со страшной силой. Там, где раньше нас держало, больше не держит. Минуса пошли. Вот тебе и батюшка Юрий в день. Вот. А ладно. А внизу, смотрите, пшеницу посеяли вовсю. Наши фермеры все благополучно переориентировались на пшеницу. Говорят, будет на нее в этом году спрос. Оп. Так, а мы идем в нашу долину, будем там высоту набирать. Все, здесь все кончилось. Мы, представляете, вот, видимо, висело облако над склоном, мы немножко нас подсасывало вверх, поэтому мы могли тут пошалить немножко. А сейчас, видите, я в нулях иду и высоту уже набрать даже не могу.
Что в этом случае делать? Не, главное не бояться. Увеличить скорость до 180 км в час и спокойненько лететь в нашу долину, находить там высокогорячий поток и набирать высоту. Потому что не набрав высоту, летать невозможно. Кстати, смешанный лес, лиственницы растут. Лиственница считается здесь очень ценной породой дерева, потому что не гниет. Облизываю скалы. Реально облизываю, потому что думаю, вдруг я соберу на них какую-то энергию. Энергии нет. Да. Ну как тебе? Страшно, близко. Страшно, ну ты же уже не первый день летаешь. Да-да. Мне кажется, бери ручку, лети сам. Все, отдам. Фух, так. Вот так красиво у нас, друзья. И так вот, какой, четвертый день мы летаем? Что ты так смело уже летаешь? А, или пятый? Наверное, пятый, да. Ну вот на пятый день. Вполне, как вы видите, вполне. Аккуратненько, красивенько. Облизываем рельеф и летаем. Это очень интересно летать вдоль. Да, вдоль скальников. Ну ты сначала боялся, теперь уже не боишься. Скажи вообще о своих впечатлениях чуть-чуть. Вот камера слева. Не обязательно в нее смотреть, можно говорить просто. Да приятно, конечно, очень летать. В те моменты, когда меня не укачивают, занятия одновременно и интересное, и красивое. Особенно, когда Игорь дает полетать не совсем в пустом молоке, а рядом есть еще какой-то рельеф, и ты видишь, что прям летишь, а не просто висишь статично в воздухе. Вообще сплошное удовольствие. Ну да, но единственное, что когда Игорь не уверен в курсанте, он ручку не дает рядом с таким рельефом. Ну, очевидно. Ну, а видите, это похвала. Видите, я сижу спокойно и ручку за ручку не держусь, а рядом вот такое. Представляете, какой я мужественный человек? Я не представляю. Ты представляешь? Ладно. Ой. Ну что ж, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, вот вам очередной безмонтажный ролик, но я не мог это не заснять, потому что очень красиво было. Ну капельку самую малость пошалили, ну а дальше продолжаем процесс летополетов и, так сказать, самое главное, нести счастье людям, хорошее настроение, позитив. До новых встреч, друзья, до новых позитивных роликов. Сейчас налево пойдем в сторону аэродрома. Угу. Вот смотри, крыло левое показывает на горку. Вот там будем брать следующий поток. Ага. Там облако, горка. Да, левый 90, поворачивай, пойдем туда.